Больницы Великобритании пострадали от крупной атаки вируса-вымогателя, которого официальные лица называют WannaCrypt. Атака была одной из крупнейших в мире скоординированных кибератак, сообщает новостной портал futurehealthcaretoday.com. Из-за атаки на прием не попало большое количество пациентов. Пришлось отложить операции, а машины скорой помощи были направлены по ложному маршруту. Блокировка атаки уменьшила ущерб в разы. Напомним, что блокчейн позволяет защитить пользователей без необходимости обновления системы. Использование блокчейна в качестве стандарта может стать решением для предотвращения атак такого типа в будущем.